А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Алекс Стор. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Британская Колумбия, которая пройдена на 52%. Да. Итак, что мы сейчас будем делать? Нужно посмотреть, какие задания у нас есть. Резервный источник. Гена нам нужен. Нам нужен Гена. Он здесь есть. А где Western Star? А, фига себе, где он? Далековатенько, зато здесь есть Анг, полностью заправленный. Так, а что нам нужно еще? Металлические балки можно взять здесь, можно здесь, но их всего одна нужна. Крупногабаритный только снизу, запасные части можно и здесь. А на Анке крана нет. Хм. Так себе вариант. Так себе вариант. Но плюсов у нас никаких от этого не будет. Так, кстати, у нас еще гонка есть. У нас еще гонка есть, оказывается. Погнали, наверное, на Анке. Сейчас проедемся. Вот тут попринимаем миссии, вот эти вот, которые тут пооставались. Ничейные. Чтобы мы потом не клацали по всем подряд менюшкам. В поисках нужной миссии. Надеюсь, я не опрокинусь. Эта поездка наша будет недолгой, если я где-то завалюсь. Корни повсюду. Блин, ну едем уверенно. Медленно, но уверенно. Прям обрывчик. Мы тут, по идее, наверное, ни разу еще не катались по этому участку дороги. Так, сейчас сразу примем мост. Принять, следить. Две металлических балки. Но мы их по факту можем прямо отсюда взять и привезти тем же Western Star'ом оттуда, притарабанить с того гаража. Не знаю, может стоит так сделать. Как раз там стоит, все равно оттуда везти нам нечего. И технику в любом случае нужно будет гнать обратно. А тут как бы будет все удобненько и близко. Ну, относительно близко, конечно. А остальное уже Анком довезем, если что. Как я проехал? Не увидел вообще. Хотя мы там не раз уже катались. Так, давайте заправимся.
ползем. Там мостик сделаем, а можно будет тут уже не кататься. Туман капец какой. Ого, нормальная такая площадка. Так, это мост. Нам куда-то сюда. Здесь две миссии, да, судя по всему? Следите, генератор. Так, кстати, генератор нужно будет привести. А, это сюда генератор нужно притарабанить. Так, и вон туда что? Вон туда, походу, все остальное. Балки. То есть балки нужно суммарно... Не понял. Так тут что, несколько миссий? Не две, а три? Так, надо отъехать. Я что-то не догоняю уже. Так, изначально. Металлические балки, запасные части. На остров. Сюда две, то есть три металлические балки, одни запасные части. Генератор. А сюда на склад что? Да вот тут уже миссия. И тут еще одну металлическую балку. То есть на металлических балок нужно притарабанить 4 штуки. Ну так-то дофига. Так, а запасные части все и здесь, да? Да. То есть 4 металлических балки, 2 запасных части. На 8 мест это сколько? 1, 2, 3, 4. Ну 4 как раз, вон, смотри, мы можем эту штуку погнать туда. Конворд можем туда отправить. Повеселимся, может. Давайте мы сейчас заправим и попрем. Почему нет? Как раз 4 балки влезет. Конечно, это будет жестко, но... А, ну их придется еще перегрузить, конечно, куда-то. Это уже другой вопрос. Как бы... Вчера прокатились неплохо, сегодня можно продолжить. Так, заправить. Заливаем полный бак. В смысле? Что не так? Уже все так. Ох, сейчас прокатимся, я чувствую. Будет весело. Хотя на самом деле вот Western Star там нам нужен больше, чем эта штука. Но поедем на этой штуке. Ну, кстати, этот Western Star можем в гараж отогнать и там загрузить контейнер и барахло, которое нам еще нужно. И прицеп еще с собой взять. И все. И по итогу там стыканемся, а Анг получается не трогать. Потому что он топливо жрет как не в себя. Поэтому проще будет, чтобы он там стоял на месте. Хотя до заправки он доедет, Анг. Но у него не будет крана. А здесь кран есть. Это все придется еще металл перегружать придется. Хотя, в принципе, этот прицеп себя уже отработал весь. Окупил, так сказать. На этих наборовых установках. Кстати, а та миссия с топливом или как она там? На заправке. А, все исчезло.
Давайте тут еще досмотрим. Ух ты. Блин, так мы тогда знаете, как сделаем? Вот тут еще магазин прицепов. Мы сюда приедем. Разгрузимся нафиг. И все. И прицеп продадим. А эту потарабаним. Обратно, что ли? Мы же не довезем этой дорогой. Ее нужно вокруг вести. Потому что вот тут я просто не поднимусь наверх. Хотя эта дорога самая близкая. Ух, как мы миссию нашли какую, да, интересную. Не габарит можно притарабанить. Как раз и техника есть, которая не едет. И восьмерку там продадим. Нужно будет, короче, приехать туда со всем металлом и не разгружаться. Вот, потом приехать все сделать на Western Star. Ну или почти все. И потом уже только заниматься этим делом. И тогда все будет классно. Так, а че я по железке не поехал? Кто мне скажет? Нафига я сюда поперся? Я тут прямо могу без приключений проехать, чтобы наверх не выезжать. А, я могу и на железку вернуться без приключений. Шикарно. Тогда сейчас так и сделаем. Ну не габарит, короче, будем здесь тянуть обратно. Не знаю, если будет возможность, мы оставим на следующую серию, чтобы мы могли в игру перезайти. Кстати, по поводу этих косяков на дороге, выход из игры, если что, ну, не всегда помогает. Я вот думаю, что, возможно, помогает хорошо нам выход с карты. То есть перейти, например, на соседнюю, а потом вернуться. Вот это, я думаю, прям норм должно помогать. Так, на этот северный лэп мы повезем, наверное, в последнюю очередь, потому что мне кажется, что мы там можем остаться. Учитывая наш прошлый опыт по лэпу, мне кажется, что мы там можем остаться. Вагон убитый там какой-то. Но самое прикольное то, что мы эту карту прям основательно так прошли сейчас. Уже миссия осталась на пальцах пересчитать. Потихонечку ее количество, точнее их количество уменьшается. Поаккуратнее спуститься. Так, ну прицеп пофиг, наедет, не наедет. Нам это никак не помешает. Нафига остановился? Не, нормально. Думал, на пузо сел. Просто угол не тот немножечко получился. Но в принципе, может и заедем наверх. Тут как раз таки не раздолбано после прошлых раз. Потому что сколько было перезаходов. Даже переход на другую карту был. Так, сейчас гребем металл. Я, наверное, круг почета сделаю. Чтобы тут потом не выруливать. И проехать нормально. Но поедем мы, наверное, по асфальту будем скакать вверх-вниз. Потому что наиболее такая дорога прямая.
А там вокруг по грунтовке вроде бы неплохо, но выезд там не очень. Мне там выезд не нравится, который вот здесь, угол такой, куча деревьев. Вот они меня смущают. Бабах. Ой-ой-ой-ой-ой. Фига себе, пенечков сколько. Надо пошире ехать. То сейчас как цепанемся и приехали. Замечательно. Так, металлические балки. Раз, два, три, четыре. Поехали. Да? Какая длина, блин. Сардельку такую везем. Блин, сказал, сардельку жрать захотелось. Объезд направо. Но в объезд мы не поедем. Мы поедем напрямик, напролом. Но щеркает еле-еле, но проезжает. Вот такие вот подъемы, конечно, могут дать о себе знать. Но тут можно или пытаться плавно выезжать, или просто нагло прямо. Свесы нам прямо не позволят этого сделать, но мы попробуем. Ну, собственно, что я и говорил. Ладно, давайте нормально рядом подъедем. Хотя угол такой, что может и заехал бы, но ходу нет. Тут карабкается. Так, мне просто интересно, лапки наши зацепятся? А, нет, тут не зацепятся, они сейчас поднимутся нормально. Вот на спуске могут на таком же зацепиться. А тут оп, и он уже просто пузом шоркает и поднимается. Короче, все великолепно. Так, у нас груз на месте. Ты уже и забыл, что его можно потерять. Едем просто на пофиг. Стаскивает сраку. Что там происходит? А, мы просто медленно ползем. Осью? Осью, не осью? Не понимаю. Давайте елку возьмем на всякий случай. Наверное, осью, больше нечем. Да, осью. Мы, можно сказать, целый круг по карте по этой прокатились. С этой восьмеркой. Начали от гаража и прям вот... А, ну не целый круг. Чисто так, если наискось, то половину карты выходит. Так, здесь я заеду, а вот потом уже последние будут не очень. Ну сейчас спуск будет не очень. И там мы как раз таки на наши лапки сядем. Потом подъем будет не очень. Ну-ка. Чпоньк. Уперлись. Ну сейчас стащим. Ну вот. Нормальненько. Блин, не могу вытянуть просто на подъем. Колеса задние. Раз и все. Не хотят выезжать. Так, карта. Карта, карта, карта. Давайте тогда сейчас съездим, мост сделаем. И вот тут вернемся по этой дорожке. Будет прям нормально.
дами надо пролетать, и все будет классно. Топливо немало израсходовали оттуда. Не зря заправились. Нужно будет еще потом на перекрестке разгрузиться. Там мы загрузим как раз таки Western Star, когда доберемся туда. Готово. Мостик теперь у нас есть. И можно смело кататься. Только блоки уберите. Убрали. Спасибо. Так, теперь ползем дальше. Где-то на углу выбросим металл. Заправляться мы ехать не будем. Мы в гараже заправимся. И на продажу этого прицепчика двинем. Пинков нет? Вроде нет. Где-то тут сейчас выгружу. Вот здесь хорошее место для разгрузки. Так, забыл распаковать. Столбик. Ну почти. Поднять не может. Все, смог. Готово. Ну, восстановить стрелу. Поехали. Ух ты, блин, сейчас я фиг здесь поверну. Нужно было сюда заезжать на парковку и с нее поворачивать. Здесь лебедка нам, наверное, поможет. Деревья есть. Наверное, сейчас сразу помогу себе сам. Тут уже сейчас, думаю, так протянем. Нормально. Считай, проехали. Теперь можно смело двигать на парковку и продавать наш прицепчик. Как раз. Очень удачно прокатились. Я так считаю. За это надо бахнуть водички. Так, сейчас я думаю, мы прицеп этот нафиг. Зацепим пятерку. Вот эту негабаритную. И что? А, не, мы сначала подремонтируемся, заправимся, потом прицепим и все. И так оставим. Сейчас мы еще перевернем прицепом. А, не, нормально. Так. Продать. Восьмерка пошла нафиг. Великолепно. Так, теперь мне нужна... Техничку можно, наверное, взять. Техничка. Генератор. Интересно, можно левый генератор притянуть на эту миссию? Наш бывало прокатывали подобные схемы. Хотел сказать микросхемы. Купить. Ремонт. Все. Заправить. Все. Заглушить. Так, магазин прицепов. Продать. Закрыть. Назад. Вперед. И зацепить. Блин, так неудачно, конечно, это все стоит у нас. Как раз седло высокое.
все вот так вот, чтобы мы, если что, могли на другой машине заехать хотя бы сюда. Так, теперь. Про металл мы можем забыть, прицеп я помню. Western Star. Что мы с тобой будем делать? Карта. Генератор есть. Запасные части вот. Здесь есть две штучки. Мы все равно тут еще металл будем забирать, поэтому запасные части возьмем прямо здесь. То есть запасные части нам не нужны. Не нужны, не нужны. То есть эти миссии все. Запасные части. Конкретно запасные части здесь есть. Значит, крупногабаритный груз нам нужен. Металл есть. Нам придется еще два металла отвезти. Два металла, я думаю, можем на Western Star притарабанить их отсюда, если что. Как бы. Мы как раз все равно тут где-то и останемся по итогу. Нормально. Так, два металла мы привезем. Восстановление связи, другая карта. Здесь у нас все на другой карте. Или нет? Ну, где-то груз надо взять. Тинтованный прицеп, спецзаказ. Так, вот это последнее. Не здесь, и это... Понятно. Короче, нам нужно будет забрать только крупногабаритный груз. Но, в принципе... В принципе, что? Да ничего. Крупногабаритный груз тогда возьмем мы этот и одну запасную часть, наверное. Хотя нет, не будем брать. Сюда заезжать не сильно удобно будет. А крупногабаритный здесь. Теперь нам надо как-то добраться до гаража. Фига себе, мы с места смогли тронуться. Я в гараж на всякий случай зайду, прицеп продам, зайду в гараж. На всякий случай. Вдруг у нас тут что-то лагануло. Пусть у нас все обновится на этом грузовике. Потому что в прошлой серии что-то он меня прям разочаровал в этих говнах. То я, мягко сказать, подофигел от происходящего. В том, что мы застряли на ровном месте, не двигаясь с места. Хотя на самом деле можно было сейчас прицеп взять, удалить, не ехать, в гараж тпхнуться и все. Не было бы вообще круто. Нормально прет на повышаечке. Очень уверенно. Нормальные тут какахи. Сейчас, наверное, застрянем. Встрял. В дерево нет? Не знаю. Сейчас посмотрим. На корень, наверное, наехал. Так, здесь мы проезжали на изи, насколько я помню. На конворте. Здесь как бы мы тоже ползем. Чуть притормозили. А не, конворт здесь на подъеме встал. Я говорил, что мы на этом, на Western Star тут проедем. Повышайки, по-моему, много. Слишком сильно зарывается. Но едет. Главное, что едет. И на подъем как бы тоже вылез. Хоть и пустой, конечно. Машина явно попроще, чем тот конворт.
корень, наверное, какой-то. Резюка, конечно, конкретная. Вот такие следы, будто все пооставалось после нашего последнего проезда здесь. Проедем, не проедем. Проедем, замечательно. Так, тут я вниз буду по асфальту спускаться. Туда не попросим, потому что там пенечки эти. Проще уже тут прокатиться. Где моя пятерка? Продать, эвакуация, принять, покинуть, поехали за пятерочкой. Так, буровое нет. Крупногабаритных загрузить. Так, ладно, запасные части одну штуку возьму, потому что у нас получается так, что если мы сразу все будем грузить, то у нас 5 мест останется, если мы сейчас возьмем запасные части. Поэтому я думаю, что все-таки возьмем их одну штучку, чтобы нам было немножечко проще. На первой остановился или какая там была? Ты внимание что-то не обратил. Так, запасные части. Загрузить. Задний ход. Сейчас нужно еще заехать в цистерну. Ой, цистерну этот. Что там у нас? Я уже не помню, что там. А, генератор. Так, ну генератор, кстати, у нас там анки есть, если его нужно будет заправить вдруг. И заправочка, в принципе, рядышком. Без проблем возникнуть не должно. Проблема у нас только со временем. Все, теперь проблем нет. Карта. Ну, блин, сюда можно сразу налево, направо.
и по прямой погнали. Единственное, что вот тут прямо, а вот тут заехать разгрузиться по пути. Все, не лагает? Вроде не, но я больше не тяну, надеюсь, не лаганет. Отлично. Просто замечательно. Блин, на автомате добасить вообще по кайфу. Не вывез. Давай, ты сможешь. Не смог вытянуть на подъем. Вторую сразу воткнул, блин. Че, повышайка это на второй была, что ли? Поэтому у нас так легко всегда переходит на повышенную. Блин, а тут, по-моему, сейчас какое-то болото будет, я и не помню уже. Нужно будет сейчас с разгона тоже залетать, чтобы не останавливаться. А, ну оно, в принципе, с дровами. Так, повышаечка есть. Конечно, не прям с разгона, но с повышайки это более-менее норм. Или нет? Так, кстати, мы не остановились при переключении на пониженную, как обычно у нас это бывает. Так, дрова. То сейчас зацеп уже будет. Но как-то колесики крутятся неуверенно. Проклацал на всякий случай, вдруг что-то лагануло. Ого, что за рывок такой. Так, тут ползем, хорошо. Отлично. Повышенное. Летим дальше. Так, нет. А хотя да. Может проедет. Я снова уже забыл, что здесь такая дорога есть, которая немножечко не очень. Блин, тяжело ему. Давайте, наверное, понижаечку. И с ней будем ехать. Сейчас прицеп наедет на этот долбанный камень и дернет нас так, что мы офигеем. Так, ну вот тут не знаю, как мы проедем. Тут мы еще ни разу не катались после ремонта. Дерево уже лежит. Да не было что-то дерева, когда мы ремонт делали. Или было? Я что-то не помню его здесь. Главный прикол, знаете в чем? Какого фига там происходит? Чего меня так воротит? Главный прикол в том, что сейчас этот прицеп не сможет наехать на дрова, и он, короче... А, там камень с нами еще поехал какой-то. Он, короче, возможно, сейчас вообще прокинется или что-нибудь вычудит. Пожалуйста, не опрокидывайся. Не хочу тебя ставить на колеса. Это прям вообще не хочу. Собака. Да. Хотя еще... Не все потеряно.
как бы. Или потеряно. Блин, где застрял? Надо подтянуться как-то. Тут болото сраное. Непроходимое. Нет, это не та елка. Давай, на колесах, пожалуйста. Да ёпты. Давай, чтоб я ничего сюда не гнал. Лебедка не вывозит этот движ. Я думаю, короче, хрен с ним. Мы анг пригоним, на анге заберем. Раз мы не можем вытащить, чтобы время просто не тратить. Все равно анг стоит, ничего мы с ним не делаем, может и прокатиться разочек. Так, думаю, нам сейчас направо. Так, наверное, нужно сюда проехать. Есть выезд с другой стороны или нет? Или придется назад? Не, вроде есть, хорошо. Разгрузить. Разгрузить. Все. Едем дальше грузиться. Сейчас два металла грузим. И грузим, что еще у нас там нужно загрузить. Запасные части еще одни нужно загрузить. Ого, ого, мощно. Вальнул так вальнул. Так, упаковываем. Блин, знак зараза. Да, знак цепляется. Ничего, все равно упакуем. Когда нам это мешало?
Ничего не поднимаешь. Не хочешь? Так, упаковать, восстановить. И одну вот эту вот фиговину. Запасные части. Загрузить. Все, теперь можно разворачиваться и ехать обратно. Вы меня спросите, почему не заехать сразу к Лэпу? Но, блин, на опыте прошлого Лэпа мы можем там остаться. Поэтому я хочу туда, где мы можем остаться, заехать в последнюю очередь. Так, сейчас нужно будет еще Анка отогнать, чтобы забрать барахло в виде прицепа. Разгрузить. И достроили складик. Но вроде бы ничего не светилось, что у нас что-то откроется, но все равно посмотреть можем. 17 косарей. Прилично нам заплатили. Погнали дальше. Так, думаю, здесь где-то стопорнемся, все равно сейчас еще Анг будем гнать. Так, Анг, поехали. У тебя есть работенка. Снова как завалюсь где-то в повороте. А, так я могу Western Star сам заправить. У меня ж полный бак. Точно. Я забыл, что у меня заправка на ходу. Ну, отсюда, пожалуй, сразу задом заеду.
чтобы там не разворачиваться, не выруливать. В теории он должен зацепиться, я так думаю. Ого, накопали. Даже анг поднапрягся. Во, другое дело. Вот уже лебедка сделает свою работу. Но плотненько сидел. Мы подолго вытаскивали. Если бы на Western Star пытались. Потому что нарыли тут хорошо. Нужно было просто изначально нормально заехать, и все, мы бы проехали. Но я, как видите, решил этого не делать. Так, где там наш Western Star, который нужно заправить? Заправить. Ой. Ладно, генератор заправим полностью. Western Star и... А, он заправлен, да? Ну все, все классно, все четко. Так, сейчас зацепим Western Star за собой. Ну и как-то так поползем. Думаю, такой дистанции хватит. Надеюсь, он, конечно, не разобьется, пока будет ехать сзади нас. Нужно будет как-то повернуть еще. Нормально, прям вообще четенько залетели. Такое ощущение, что на повышайке я еду быстрее, чем на автомате. Вот, они разгоняются. Повышайку раз, и прям чувствуется рывок вперед. Так, нам же проще по той улице, да, проехать? Или по этой? Наверное, по той. Лэп, кстати, вроде целый стоит. Проводов единственное, что нет. Но там и на дальнем не видно проводов. Так, отрубил его. Ой, это ж поручение разгружаться дальше. В общем, дизель-генератор на электростанции. Интересно выглядит. Заглушить. Так, ничего у нас не поменялось, ну и хорошо. Так, где там наш выше только космос?
Так, это все на другую карту, да? Слушайте, так у нас что, у нас одна миссия, что ли, осталась? Ну ладно, мы сейчас привезем. И посмотрим. Что у нас там останется? Блин, как нам туда ехать? Пока что у меня нет понимания, как туда добраться. А, уже есть. Вот вижу, тут мелко. Так, мы сейчас вправо лупанем, в грязючку в эту. Но между деревьями, если что, можем лебеднуться. Слушайте, ну тут норм. По сравнению с прошлым лэпом, тут прям вообще норм. Принять, заглушить. Итак. Ой, не, давайте выберемся, наверное, на сухую землю с этого острова. Не из-за течения не могу ехать или что? Или я, как обычно, уперся в воздух? Будто прицеп во что-то уперся. Не могу поехать. А, зашибись. Так я могу, не могу даже вперед поехать, понял. Теперь поехал. Что там было под колесами, я не знаю. Нужно немножко вывернуть отсюда. Там, конечно, камушки хорошо расположены, но мы от них далеко. Медленнее лучше. Че, никак? А если вот так сделать? Ладно, мы можем сделать иначе. Мы можем морду сюда потянуть, и мы хочешь не хочешь до камней доедем. По ним уже сможем выбраться. Да. Нужно было там сразу на острове развернуться и все. Чем сейчас страдать фигней. Итак, смотрим миссии. Блин, смертельная гонка, кстати, не прошли ее нифига. Но у нас есть Анг. А можем мы ее отслеживать? Не можем. Надо поставить метку. Я про нее реально тупо забыл. Вот прям вообще забыл про нее. Хотя на Western Star можно пролететь. Да и Анг нормально тоже справится. Так, а что дальше? Ну здесь, наверное, все. Мы сейчас на F4 посмотрим. Ну-ка, поручение. Все. Поручения все выполнены, абсолютно все. Ну, состязание одно осталось. Контракты. Один. Ну, это металл, этот мы привезем. Катастрофа на буровой станции или нет? Ну, короче, есть еще миссии некоторые. Ну, кстати, возможно, что-то появилось, если мы что-то выполняли. Но тут как бы вот два металла, наверное, это оно и было.
на доставку к резервуару. Восстановление связи это не здесь. То есть вот одна миссия, остальные закрыты. Здесь как бы, по-моему, все у нас было не то, что нужно. Нордпик. Все. Из того, что мы можем выполнить, это только катастрофа. Набуровые станции и гонка. Все. Дальше нам нужно двигать на соседнюю карту. Как-то так. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.